Дебют оперной певицы Мирославы Соловьяненко для музыкальных гурманов. Дорогие друзья, я хочу пригласить вас на свой сольный весенний концерт «Пробуждение». В концерте прозвучат известные классические произведения и новые современные песни, арии из опер и мюзиклов. Также со мной на одной сцене будут петь мои друзья, замечательные музыканты, звезда канадской оперной сцены Станислас Виторт, оперная группа «Вива», баритон Андрей Андрейчик, струнный квартет «Пратер Ансамбль» и пианистка Оксана Выгнан. Приходите на наш весенний концерт, и мы обещаем вам подарить незабываемые эмоции и впечатления. Приходите послушать их в зал Trinity Saint Paul United Church в 8 вечера 8 апреля. Это стоит того.